знаешь, мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмощников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте к силы. Сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает. Раз, два, три. Это тебе не шутки, смотри, здесь стая будет. Что там, братуха, за что тебя остановили? Ну, все нормально. В смысле все нормально? Подсветка номера плохо подсвечивается. В смысле подсветка номера плохо подсвечивается? Заводская подсветка стоит по протоколу внутри. Получается, вот это освещает номер. Подожди, вы прочитали его с 20 метров? Нет, там сказано так, с 20 метров должен читаться, неважно, как он освещается. Ну, его попротирал, потому что он не читался. Он сейчас читает. Шо-шо, вы, он его протирал? Вот эти, пластмасски. Он его протирал? Нет, пластмасски, трошки тоя. Да ты даже не протирал, братуха, ну что ты? Не, протирал. Я тернул пальцами, протирал. Он только что протирал. Забери документы. Ну они у тебя в руках? Да, ничего, да. Ну а можно их было не брать? Нет. В смысле нет? На просьбу человек дал, я взял, посмотрел, проверил. Ну то, все, вы его отпускаете? Да. А вы знаете, что вы его не можете отпустить? Ну за это есть нарушение. Подсветка номера не горит. Где? Она горит. Подожди, вы его за что остановили? Давай начнем так. Я сейчас перезвоню. Не освещен. За это есть ответственность. Еще раз, смотри, давай я еще раз задаю вопрос. Вы его останавливаете за то, что нечитабельный номер, правильно? Или не освещенный? Ну я не читаю, это же правильно? Ну то есть он грязью там ничем не закидал. У него лампочки просто были закиданы вот такой грязью. Он их попротирал и все. А зачем он их протирал? Чтобы лучше освещался. А где это написано? А почему? Не-не-не, подождите, пацаны. Ну вы сейчас тоже ж не уедете. Чего? Ну я говорю, не уедете. Ну будьте, ты хочешь... Будете полицейских препятствовать работе или что? Я же вас не могу задерживать, ты же понимаешь? Там нету вас, да? Телефон. А, телефон. Телефон. Я же говорил, что уже доложили. Так. Я просто думал, мало. Ты же понимаешь, что я не могу тебя не задержать, ничего. Я просто тебе говорю, что ты не уедешь. Уеду. Не уедешь. Уеду. Ну хочешь, это проверим. Ты хочешь конфликт создать? Давай мы сейчас... Уезжай. Я тебе еще раз говорю, ты его отпускаешь? Отпускаю, потому что нарушения нету. За что ты его остановил? Я вам рассказал уже, прекращайте кричать. Так видите, ты меня, наверное, не понимаешь. Видите, согласно статье 40 ведется видеонаблюдение. Видите? Да что ты говоришь? Я вам говорю. А ты знаешь, что 10.26 ты вообще читал? Ервите себя адекватно. 10.26 ты читал? Ервитесь адекватно. Ервитесь адекватно. Это же приказ о видео. Вы же не начальник. Это инструкция. Инструкция, понимаешь? Конечно. А ты уже 5 раз его клацнул. Ты уже за это можешь... Вона разряжена. А тебе открыть 10.26, чтобы ты почитал? Она у меня выключается, я ее включаю. Ты ее не должен вообще трогать. Но я тебе объясняю. Ну вот, при общении с гражданами. Я тебе объясняю, ты не должен ее трогать. Чего это я не должен трогать? Если еще один блогер, ты понял? Смотри. Да вы что же блогер? Да убери свое говно отсюда. Это Витязь адекватно. Убери это свое говно отсюда. Адекватно. Задерживай. А вам это выдали? Ере, слышите? Задерживай. Витязь адекватно. Задерживай. Я тебе еще раз говорю. Я тебе еще раз говорю. Да. Ты сейчас отпускаешь человека. Да. Потому что ты его судьбу решил. Я отпускаю. Ты его судьбу решила, да или нет? Какую судьбу? Службовое посвечение. Какую судьбу решил? Службовое посвечение. Какую судьбу решил? На видеокамеру не дам показывать. Да будешь ты показывать. Не будешь, я говорю, ты показывай. Ну, 7 лет уже, ну сколько можно? Ты сильно начинаешь быковать, понимаешь? Я? Буду, не буду. Слышь, да угомонись. Сильно дерзкий или что?
Ты проще будь. Вы даете оценку действиям. У вас все написано в 185-й этой статье. Если вам что-то не нравится, можете его применить. А то посмотри, он судьбу решает. Если вы уберете видеокамеру, я вам покажу удостоверение. Если ты уволишься, будет тебе проще. Хорошо. Не вы меня принимали на работу, не вам увольнять. Я говорю, предъяви свои службовые посвидчения. Я говорю, предъявляю, не на видео. Я говорю, службовые посвидчения. Вызывай ответственного сюда. Вызывай. Вам нужно вызывать? Ну, значит, будем стоять. Хорошо. Ну, будем стоять. Стой. Ты можешь меня только задержать, ты Стой. Понял? Если тебе что-то не понравится. Стой. Ты отказывайся показывать. Что? Я же показываю. Я говорю, ты отказывайся нет, показать. Нет. Снимать на видео. Я тебе еще раз говорю, мне. Не надо мне грубить. Я тебе еще раз говорю. Вы Геращенко читали вообще по этому Предъяви поводу. Службовое посвящение. Я говорю, вот так вот будешь, знаешь, дома вот так вот шторы раздвигать. Или что? Не, ну сильно, ну видишь, что он делает? Ну. Я задаю вопрос. Я думаю, что... Что ты думаешь? Ты ведешься так же, вы ведешься так, как... Потому что ты так начинаешь себя вести, вот так. По этике вообще это воспитание, до 13 лет вы можете тыкать. Все остальные случаи вы можете говорить. Я на вы говорю. Что ты мне на вы говоришь? Да вы тут разводом занимаетесь, что ты, блядь, втираешь? 33-91 ты прочитать не мог. В чем Дай, проблема, подожди. Виталий Сергеевич? Шестак Виталий Сергеевич, инспектор СРПП. Вы к Дергачевскому относитесь? Да. Все, хорошо. Ты будешь показывать? Я ж показываю. Ты, говорю, будешь показывать? Буду я снимать. Мы вас не будем сглаживать. Я говорю, ты будешь показывать? Я показал вам удостоверение. Ты, говорю, будешь показывать? Я показал вам удостоверение. Я тебе еще раз говорю. Я показал вам удостоверение. Что ты показал? У меня камера работает непрерывно. На камеру я не буду показывать. Я говорю, будешь. 34-ю статью Конституции Украины. Это ты будешь себе так показывать, понял? Ну, это сказал. Вот, смотрите. Так я вам еще раз. Посмотри, вот это, вот люди, посмотрите на вот это вот чучело. Что тебя руки трусят? Александр Евгеньевич, правильно? Инспектор СРПП. Да, я знаком. Я снимать не буду. Я говорю, да, я знаком. Я снимать не буду. Я смотрю, что ознакомлюсь, а потом я ознаком. СРП, ВП, да, я так понимаю, видно полицию. У вас отсутствует. Он у вас... А, он отдельно, я понял, чтобы не пылился. А теперь вопрос. Вот ты говоришь отдельно. Может, тебя я поправлю. Где должен находиться нагрудный знак? Нагрудный клетки. При мне. Где должен находиться нагрудный знак? Вам что-то еще нужно? Конечно, я не увидел ни нагрудного знака, ни службового посвящения. Я вам показал службовое посвящение и все. Дай мне ознакомиться. Ознакомьтесь, вот. Ознакомлюсь. Да, я ознакомлюсь. Я на видео не буду давать снимать. Я говорю, да, я ознакомлюсь. Я смотрю тебе в глаза, чтобы ты не сделал проводить. Я видео показываю. Смотрите, удостоверение. Да, я ознакомлюсь. В руки я вам не дам удостоверение. Да я у тебя ничего не беру в руки, конечно, ты что, больной или что? То по карманам сначала. Извините, там а у вас шо-шо? Район, это у вас по прокурору там, по-моему, Спартак, да, насколько я знаю? Это или зам прокурора? Зам есть. Ага, я понял. Хорошо. То есть вот так вот вы считаете, что за 7 лет службы, я так понимаю, всей этой реформы, вы вот так вот даете людям ознакомливаться. Если бы я, как водитель, дал вам вот так вот ознакомливаться, я сказал бы, о, камера, все, я не буду вам показывать свое водительское удостоверение. Да. Вы считаете это нормально? Я вам на видео показывать не должен. 34-ю статью Конституции прочитай. 19-ю статью Конституции прочитай. Я вам показываю, ознакомьтесь. Где твой нагрудный знак? Ты нарушаешь 20-ю статью закона о полиции. Он у тебя должен быть на видном месте, его у тебя нет. Уже жалоба уже залетит на тебя, ты понимаешь? А круче всего я пойду лучше прямо к начальнику и буду на тебя, блядь, жаловаться. 10-26. Я говорю, подцепи нагрудный знак, цепляй. И чем показывай мне службовое посвящение. Почему у тебя нормальный коллега, а ты, сука, ведешь себя как последний, я не знаю кто? Действуй, что тебе мешает? Действуй. Хорошо. По поводу нагрудного значка. Ну, все. Это элементарно, ребята. Я извиняюсь.
До мене якісь питання. Можете їхати, мені, я вас відпустив. Мені на 10 часов на погрузку. Так, я вас розповідаю. Ви знаєте, що вас незаконно зупинили? От я вам серйозно говорю, ви просто, вони бачать такі, як ви, і ви всі переживаєте. Що я переживаю? Ну я вам просто об'ясняю. Я взагалі роблю дальнобойщик. А ми допомагаємо людям. А ми допомагаємо людям. Видите, один адекватний, другий може бути. З вас ніхто нічого не вимагав. У вас було воно загрязнено, правильно, лампочки горіли, ви їх протерли. Як напомню? Віталік, я тобі об'ясняю, з 20 метрів номер читабельний. В ПДД у нас не прописано, скільки має бути освещених лампочек. А при чому освещених? В нього вони загрязнені були, оці пластмаски. А де написано, що вони мають бути чисті? Давай, по нормі закону. Ну, по нормі закону. Він його витер. Хорошо, їжайте. Це ж не то, що в нього... Все, їжайте. Не то, що воно в нього не... Хорошо, вопросов нету. Смотрите, вон стоїть ззаді машина. Она целый двойник, у нее нету ни номеров, ни хера. Принимайте действия. По интернету слышали за вашу машину. И что теперь слышали? Я что, могу пользоваться этим? Нет, конечно. Принимайте какие-то движения. Нельзя отпускать эту машину. Ты будешь показывать службовое посвящение? Я вам показал удостоверение. Ты не показывал. При вашем знакомом показал. И вашему знакомому дал знакомиться. Ты ему то, дал. То, что вы специально провоцируете, это уже ваши действия. Кого я провоцирую? Полицейский. Я у тебя что, посвящение забрал? Нет. А как я тебя могу провоцировать? Попробовали бы забрать. Да я что, больной на голову или что? Это ж ты провоцируешь, правильно? Я не провоцирую. А чего ты взял, что я тебя? Чем я тебя провоцирую? Хорошо. Вы мешаете нам работать. Чем? Что ты, блядь, человека разводил? Да, кто сказал? Ты человека разводил? Кто сказал? Я тебе говорю. А? Я тебе говорю. Я тебе в глаза, я ж тебе... Разберемся в соответствующих инстанциях. Разбирайся. 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 Тебе что-то мешает это сделать? Тебе лайков на ютубе не хватает или что? Каких лайков на ютубе? Я камеру держу для того, чтобы ты накинулся. Понимаешь? Что ты мне дакаешь? Ты что такой, самоуверенный или что? Я уверенный. Или ты под Богом ходишь? Я уверен. В чем ты уверенный? Что вам нужно еще? Говорите. Я говорю, хочу, чтобы не было конфликта. Хорошо. Ты показал службовое посвящение. Я его зафиксировал на всеми удобными способами. И я уехал дальше. Уезжайте. Все. Скажите, а если он журналист? Если вдруг он журналист? Вы будете ему, ознакомливаться или нет? Вы его ознакомились? Я ознакомился. Что еще вам нужно? Я ему показал удостоверение. Послушайте, есть закон о национальной полиции. Если вы полицейский, пожалуйста. Он пользуется тем, что не запрещено. А вы пользуетесь тем, что разрешено. Вот и все, ребята. Все правильно? Нигде не написано, что должен я давать именно снимать. Он может ознакомливаться. 34-я статья Конституции Украины. Я у тебя не забираю его, не вымогаю. Я просто говорю, чтобы ты открыл без зайвих предметів, службове посвідчення, а не ID-карту. Де у тебе? Оно у тебе я в чому? Открыл. На відео показувати не буду, я ж ще раз. Ну, значить, ждемо старшого, пусть приїжджає. Ну, все, тоді ж. Это ты будешь вот так вот, другому. Стой на расстоянии, не надо ко мне подходить. Ну, хорошо, не хотите смотреть, что вы? Ты пока вот так, держи, я его ознакомлюсь. Я на подходить к тебе не буду. Это банальная, элементарная на процедура. Не буду. Ну, я значит, стоять будем. Стран все. Европы. Все. Все. Я переживаю, что ты, по-моему, какой-то оборотень. Такой проблемы нет. Понимаю. Взял его в заложники и все. Ходят, понимаете? Ну, все, значит, ждем кого-нибудь. Может, кого-нибудь. Вы вызовете на помощь. Может, следственная оперативная группа приедет, что мы вам препятствуем. Можете это сделать. Я могу понять. Вот это ваше время и наше время. Покажите ему удостоверение. Я показал удостоверение. Если вы... Сейчас он это может аргументировать следующим образом. Вы посмотрели удостоверение? Да, я ознакомился. Послушайте, есть... Особа раз и особа два. Давайте уже как в деле. Да. Это все рассматривать. Да, в каком-то. Я ознакомился как особа. Вы не даете ему ознакомиться. Чего не даете? Я при вас вам показал ему удостоверение. Он его посмотрел, почитал. Как вы его... Но ему хочется записать на видео. Что? Я прочитал его? Ром, подожди. Стой, подожди. Есть журналистское расследование? Возможно. Возможно, это ж такое понятие. Стой, подожди. Что? Рома, да подожди. А возможно, слышишь? Ты меня слышишь? Ты слышишь, что он говорит? Да. Я, говорит,
прочитал, да, прочитал, и я начинаю дальше. А у тебя есть это на видео, где я прочитал? Конечно, есть. Покажи. Если ты сейчас покажешь, если ты покажешь, отвечай. Я извинюсь и уезжаю, и, блядь, забываю про тебя. Покажешь, что я его прочитал? Что вам еще нужно? Покажешь? Ну ты с железными яйцами или ты без яйца? Что вам еще нужно? Ну так подожди, ты говоришь, что я прочитал, а я говорю, что нет. Прочитаю. У меня для этого есть видео беспрерывное. Хорошо. Понимаешь? Хорошо. Ты, получается, балабол? Хорошо, что у вас есть. Ты балабол? Хорошо, что, что вы будете смотреть удостоверение? Держи вот так вот. Я Алю. Держу его. Вот так держи. Я его держу. Вот так держи. Вы же видите, люди мешают работать. Видите? Покажи службовое посвящение. Видите? Я буду понятным. Покажи службовое посвящение. Не, надо, надо, вот гражданин. Это... И ты будешь говорить о какой-то провокации? А, ты о какой-то провокации? Конечно. Кум, пиши это дома. Давай, давай, я знакомлюсь. Смотрите. Говори, давай, что? Где? Пишли, я не буду убирать. А? Хорошо. Синяя, что не красная? Да, ну, там, ты о каком-то, слышишь? Ты, я вижу, в Дергачевском райотделе самый такой, ну, такой борзоватый, дерзкий. На тебя управы нету, да, я так, насколько понимаю? Синяя. Нет, почему? А две. Ну, ты смотри, ты даже... Вот, смотри, вопросов к твоему коллеге вообще нет. Вообще, респект и уважение. Ты же распетушился. Никто не петушился, я нормально разговариваю. Да посмотри, одна рука поднята и вторая. Да? Я ее снимаю, бордюр, фиксирую ваши действия. А ты знаешь, что тебе запрещено этим пользоваться? А ты почитай 40-ю статью и 10-26 наказ. Понял? Если ты что-то хочешь мне рассказать. Ничего не рассказывай. Вы пользуетесь автомобилем? Вы будете здесь брендированы. Стой вот так на расстоянии, покажи. Я его прочитал, прочитал. И все, ты уехал. В чем проблема? Я не пишу ни... Зачем ты начинаешь провоцировать? Я тебе клянусь, я приеду в райотдел, я просто задрочу против тебя. Имейте право, приезжай. Ну, но зачем ты вот провоцируешь? Я не провоцирую. То бишь ты мазохист? Я не провоцирую. Ты мазохист, скажи да или нет, все, мне нужно это понимать. Все действия, я на непонятные вопросы. Все действия и бездействия, они имеют за собой какие-то хорошо, последствия. Тем более в вашей ситуации. Ваши можно поделиться. Подожди, что я подумал, что я же говорю, что уже пятый, все написано. Пиши, пожалуйста, Алёш. В чем проблема подвязать это слово? Пиши, ну и она. Я ознакомлен. Но есть человек, который хочет еще ознакомиться. Вы понимаете? Я ему показываю. Больше 25 лет. А ты сказал, что я его уже прочитал. На что проводить? На то, чтобы вы взяли удостоверение свое. Видео показать в интернете. Назови, чем я тебя провоцирую? Материал для того, чтобы он это выложил в сеть. Как ты выглядишь идиотом? Пусть выкладывает. Почему к вашему напарнику, понимаете, он... Пусть выкладывает. Ну, я не знаю, может быть, уровень подготовки какой-то другой. Может быть, какие-то другие парни. Другое отношение. Покажите ему удостоверение для полного ознакомления в любой его форме. И вы ничего не нарушите. Это не ваши личные данные, поймите. В вашем служебном удостоверении нет ваших личных данных. Я вот, спорю, да. Вот. Но на видео я снимать не буду. Нигде не написано, оно что я подделывается должен... вообще. Здрасте. Вот так, хорошо. Вы понимаете. Это я вообще не, ну, не вопрос. В стране, где жена подписывается, дайте мне, пожалуйста, ознакомиться с вашим удостоверением. Я даю вам его в форме. Даю, но на видео снимать не буду. Вот так и водители тебе будут показывать свое водительское, понял? В руках, правильно, в руках. Да он не будет тебе показывать. Я тебе говорю, просто я буду максимально глаза. Прилаживать усилий, чтобы просто, ну, я думаю, чтобы ты был на плохом счету у руководства. Прикладывай. Понимаю. Прикладывай. А ты что, сомневаешься или что? Я сомневаюсь. Ну, проверим, посмотрим. Хорошо. Посмотрим. Еще вопросы есть? Ну, я жду, когда ты покажешь и я все. Я вам показал. Ты ничего не показывал. Я можешь сказал. Подтвердить, что ты мне показывал? Я вам показал удостоверение. Можешь вашему подтвердить? Знакомому тоже показал. Ты ему показал. Я даже не знаю, как тебя зовут. Я не знаю, кто ты, оборотень. Есть закон Украины о национальной полиции. Вы мне скажите, вы хотите ознакомиться с удостоверением? Так, покажи! Я же хочу. Камеру не снимаю, я покажу. Забыл у тебя спросить. Я пользуюсь согласно 34-й статье Конституции Украины. Там любым удобным мне способом. Я забуду, как тебя там величать в твоей ID-карте. Вы можете записать. На самом деле, я не умею это писать. Это не удостоверение, это ID-карта. Там, понимаешь? Я не умею. Слышал видео, я же про это говорю. Типа, понимаешь? Да. Если ты меня ненавидишь, да мне насрать на тебя, да понимаешь? Я все же ненавидую. Да я...
чем я говорю? Я однозначно прав. Ну, однозначно прав. Ну, как люди разговаривают. Александр, подъехал к нам водор. Пусть подъезжают сюда. Снимают по ватсапу на видео удостоверение камеры. Ну, типа, ознакомиться с удостоверением. Показывают, что познакомился. Хочет только, чтобы на видео. Только правду рассказывай, а не придумай на ходу. Ты правду рассказывай. Я правду рассказываю. Правду. Мне пусть надо, приедет сюда. Пусть приедет сюда, и как раз буду указывать тебе. Ля, ты еще спрашиваешь, у тебя есть норма закона. Ты сам провоцируешь на это. Ты сам провоцируешь на это. Смирнов Александр Евгенович. Вы понимаете? 2082 939. А теперь скажи мне, пожалуйста, ты, ну, все у тебя в порядке? О, ознакомились? Да. Да. До свидания. Пока. Спокойной службы вам. Всего доброго. Все, тебе удачи. Да, молодец, тебе респект. Тебе удачи. И вам удачи. Давай, езжай, езжай. Друзья, ну как-то так, вы видели, как один нормально себя ведет полицейский, а другой себя ведет как быдло. Не знаю, кому он звонил, но ему руководитель, наверное, сказал, что покажи. Вот из-за такого происходят конфликты. Вам на будущее, если вы встретите этот аутлендер с вот этим человеком, не надо ему показывать службу, это водительское посвящение. Сразу пишите к нам в группу, и мы вам поможем. Ну а вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а мы погнали дальше.